Привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. Сегодня будем играть за Рави в стиле Холли. Проверим на него, который предмет легендарный, который вчера выпал, это витамины. 5 уровень, конечно, но в любом случае это лучше, чем ничего. По сравнению со всем остальным, вот что на нем есть, как бы. Ну, оно есть, но оно бессмысленно, к сожалению. Ну, а этот предмет смотрится хорошо, плюс бинтик. Правда, 7 уровень, но он меня столько раз спасал, поэтому хороший вариант, в любом случае оставляем. Как-то так. Да, кстати, мне на пол выпали жетоны из золотого ящика, который был вот здесь, вот, да. И все такое. Также разработчики немножечко там анонсировали ничего. Точнее, заанонсировали все-таки один сундучок, который, оказывается, нам на 5 миллионов все-таки выдали. Удивительно, да, ребятки? То есть, как я уже вчера говорил, там один день и 3 дня было, да? И было меньше. Теперь за один день, помните, 1,4 миллиона, а за 4 дня 4. 1,6. Как вам, разработчики? Норм? Элита, просто элита. Они пишут, что осталась половина пути, вот того самого, где отображаются наградки. И что это значит? Ну, шансов дойти мало. У нас осталось 6 дней, сегодня еще 5, поэтому надо 5 миллионов набить набить за 6 дней, да, с маликов. Когда до этого мы 9 дней набивали 5 миллионов. Ну, конечно, по описанию разработчиков, тех самых, да, которые ничего не крутят в игре Зуба. Вот как-то так. О, элитка подъехала. Прекрасно, прекрасно. Один около адреналина, зато 8 инструментов. Баланс. Спасибо, спасибо, разработчики. Элитно. Ну и, кстати, вот, да. Не меньше элиты, ребятки. 1500 гемов за карточку пятизвездочную. Офигеть. У меня просто нет слов с разрабов. Это, конечно, жесть. Жесткая жесть. Давайте сейчас глянем лабиринт. Не помню, проходил, ничего не проходил. Или вроде бы слился я тут. Ну, короче, что выпадет, то выпадет. Если выпадет, то уйдем. Если не выпадет ничего, то пословим бота. Один из двух вариантов. Ну, сегодня у нас ничего не выпало, мы словили бота. Какое совпадение, да? Ну, лабиринт специально подкручен, да. Короче, все подкручен. Бомбит. Бомбит. Скорее всего, финальную наградку мы за прекрасный с вами режим, точнее, за наградки вот эти вот, где смайлики ставить, уже не получим. Я, в принципе, не собирался тыкать их особо. Хотя тыкаю все равно при этом. Я там вчера насливал рейтинга очень жестко. Надо бы вам, наверное, показать было картинку. А, точнее, табличку снова ту. Короче, как я понял, из расписания в табличке, в которой вам уже показывал, как там сливать рейтинг, да, поудобнее на вулканах. Так вот, оказалось, что разработчики, ну, как бы это сказать, прямо, да, немножечко, так скажем, ой, ну, сейчас я вспомню. В общем, они немножко... То ли напутали, то ли изменили по-тихому, то ли я забыл, что не изменили. Ну, в общем, один из двух вариантов. Да, как-то так. Получается. Как-то так получается, да? Вынесли мы сейчас одного. Как же они бесят? Как же меня эти гении бесят в моей команде? В команде противника. Который меня душит, я ничего с ними сделать не могу, понимаете? Как же оно меня бесит? Но у меня есть витамины. А у них есть подбор аптечек. Ну, вы понимаете, да? К сожалению, то одно, что второе достаточно сильно мешает. По этому гаду я не могу попасть, к сожалению. Меня душат. Ну, короче. Ладно, не об этом сейчас. Сейчас вы, наверное, после этого боя, сейчас, когда он закончится, покажу табличку. А то, чтобы было наглядно, короче. А то оно будет не очень видно. Да не очень понятно. Сейчас, секундочку, ребятки, я тут это шаманю, как говорится. Итак, вроде нашаманил. Давайте выходить в бой. Быстренько, да? И посмотрим. Потому что там, на самом деле, очень круто. Ну, сейчас объясню, покажу. Первый бой, как всегда, элитный. Ладно, так, смотрим. Вот сейчас видите табличку себе на экране. В общем, вчера заходил сливать рейтинг. Думал, зашел на вулканы стандарт. В 4 часа. С 4 до 5. Оказались вулканы фулл. Ну, то есть вулканы сложный режим были. Да, вот так вот. Я сливал где-то... Ну, у меня было 700 рейтинга, да? И у меня начинался слив от минус 9 вроде бы. Или даже минус 11 было. Вот что-то не, я уже путаюсь. Ну, в общем, минус 9 это было. А вот с 19 до 20, которое вы видите здесь тоже написано, ВП full, там были стандарт. Но это было несколько дней назад, до клановой битвы еще. Тоже сливал рейтинг и вот думал, сейчас я попаду на сложный режим. Ага, фиг мне. Там были стандарт. Поэтому я подумал, что фул режим для вулканов убрали полностью. Оказалось, что нет. Оказалось, он просто заменен на стандарт. Ну, короче. Гений разработки. Что я могу сказать, ребятки?
как всегда, во всей красе. Но это я к чему? Вчера я сливал полчаса рейтинг на вулканах фулл, не особо напрягаясь, ну, чтобы прям вот сидеть, сливать, следить, сливать. Плюс-минус так было там. То есть даже, наверное, минут 20, возможно, 25 максимум. Что получилось по итогу? 700 рейтинга я Нико слил до 400 почти. Где-то он тут был, Нико этот, вот. То есть это изи вообще. На сложных вулканах сливать рейтинг, там все максимально быстро и все максимально выгодно. Плюс еще можно киллы делать. Там многие Нико, знаете, как делали? Они убирали у себя зубы вампиров, да? С сборочек. Заходили на эти вулканы, прибегали в точку, куда обычно все прибегают, делали там киллы, ну, убивали всех остальных и сами умирали от огня, от лавы, да? И все, бой закончился. Вот как-то так. Нормально? Ну, наверное, да. Наверное. Поэтому используйте, как говорится, с профитом, да, все возможности ваши. Наверное. Ладно. Кстати, по поводу Рави, ребятки. Его разработчики втихую убили. Возможно, уже давно. Я как-то не особо обращал внимания, в общем, если вкратце. Да, не досталось мне, к сожалению, ничего хорошего из Рави. Бицуки у нас тоже нету, поэтому париться особо по киллам тоже не будем. Так вот, это я к чему? Потому что у него раньше была такая штука, как... Ну вот, с актив навыка. Штука была. Ой, капец. Просто ничего не попало. Просто ничего не попало. Как же нравится. Так вот, у него раньше была такая штука, связанная с актив навыком. Да, и эта штука... Сейчас урон впитаем немного в себя. Сейчас Акулкин убьет нашу всю команду, пока я тут бегаю, да? Или не убьет? Или убьет? Нет, не убил. Слабак оказался. Блин, там у всех дефибрилляторы. Это сейчас нас вынесет, мне кажется. Блин, как можно было промахнуться сейчас на Рави, а? Этому гению. Как это можно было сделать? Просто как я мог промахнуться по этому гению на Рави? Ну я просто в афиге. Вот честно, ребятки, я просто в афиге. Как я мог по этому гению промахнуться? Ну вообще ничего не... Да хорош мне стрелять, ты! Животное на них все. Просто ты притык и стреляют. Гений больной. Вот смотрите, просто игнор вообще полный. Того, что происходит на карте. Просто. Ему под пулькой притык хотелось. Больное. Ладно. Не будем это расстраиваться, как говорится, да? Так вот. О чем это говорю? О том, что у Рави сейчас промахи, к сожалению, стали очень-очень-очень плохие. Из-за того, что они стали очень-очень плохие, реализовать Рави стало, к сожалению, так себе. Откровенно. Еще себе. Ну ты бык. Бык на... Как они так перемещаются, вот? Ой, я не могу, у меня горит. Еще это Фей тут ходит. Деть, блядь, просто 9-я джейд ворвалась. Вы что, издеваетесь, что ли? У вас все нормально, врыватели. Мы моя команда просто. Ну, блин, они отталкивают. Проблема. Ну, я, конечно, все равно их развалю. У них Фей, короче, вот этот гений перестал пулькать своим активным навыком. Вот как можно? У него, это у тебя самое эффективное, что сейчас можно сделать. Он им просто не пулькает. Он им просто не пулькает, понимаете? О, наконец-то пулькнул. Я, походу, сейчас не вытащу, да? Животное на орле меня задушило все-таки. Хотя его сквад тоже задушил. Или это не он? Ну, конечно, взял, промахнулся, притык просто. Офигенная логика. Да, зачем я это делаю, как вы думаете? Я их спасать не буду, вы не думаете, что я их спасать буду. Больные животные, спасать их еще буду. Смотрите просто. Вот таким бан просто надо давать. У нас замес, они взяли, смотрите на них, а? Животные, один. И второй. Я специально не буду убивать противника. А, нет, смотрите, он зашевелился. Я специально сейчас убивать не буду. Я буду ждать, пока они умрут. Без шуток, ребятки. Я буду это ждать. Я буду специально, смотрите, вот подставляться, да, вот здесь, вот, чтобы, типа, я тут нахожусь, чтобы вот этих гениев поубивали. Блин, там еще и дефибриллятор. Вы посмотрите на эту дичь, а.
Там еще и дефибрилляторы этих гений. Просто подождем. Просто подождем, пока их убьют. Пусты, наверное, спрячусь. Подостанем вот здесь. Вот. Ну, я не могу себе позволить. Вы видели, у нас замес. Эти гении просто взяли, сбежали и стоят здесь. При том, что хамелеон, ну, мог сколько всего сделать. Да, зебра сколько могла сделать. Да просто кидай ты, нажимай хотя бы кнопки автоатака и стой вдалеке. Ну, хотя бы так. Ну, нет, смотрите, это животное просто... У меня так бомбит. Ну, добей ты его уже, гений, ну. Боже мой, какие же они гении. Он еще и сдох. Больные просто повсюду. Ладно, это 1000 рейтинга, тут, как говорится, это нормально. Вот вы сейчас видели просто передачу в мире животных. По-другому не скажешь. Ну, кстати, вот. Заметили, сколько у Рави регенет копье под витаминами, да? Очень жестко. Очень жестко, и это всего лишь 25% буст. А представьте, если бы там были 100% витамины. Что бы это было? Это был бы хороший Рави. Но, к сожалению, теперь Рави убит разработчиками гениями, которые убрали длительность нормальную с активного навыка у Рави, когда он давал промахи там на несколько секунд. Теперь он дает просто на одну секунду. То есть, что промахи есть, что промахов нету, теперь... К сожалению, активный навык нужен для того, чтобы просто отражать урон. Все, больше ни для чего он теперь не нужен на Рави. Печально. Ну, как есть. Таковы гении разработки. Причем вы это сделали втихую. Зачем об этом писать, да? Мы же гении разработки, да-да. Разработчики, которые втихую ничего не делают. Да-да. Поэтому вот эти вот все изменения балансные, ну, сами видите, ребятки. Они сначала вроде бы это... Знаете, вот как-то несколько патчей назад... Ну, именно вот балансных патчей, которые балансили персонажей. Бака унизили. Бака унизили, а потом через день он как-то стал нормальным. Совпадение, да? Вот без шуток. Они просто унизили Бака, потом через день он стал нормальным. Ну, без шансов. Просто гением на никсах очень нужно. Легендарный дроп, поэтому. Ой, больные. Он еще и все эти штуки залутал. Орел от нас убежал, сдох. Идеально. Просто количество гениальности в секунду времени, оно просто зашкаливает. Ладно. О, у нас там есть ботик, давайте его заберем. Печку с него тоже залутаем. У меня тут вроде, видите, здоровье не на фул. Отрегенимся. Подождем, пока они там все умрут. Мне пофигу абсолютно. Я буду гениев спасать, что ли? Обойдутся. Гениев. Взяли, отжали легендарный дроп. Ой, и все сдохли. Нет, еще... слушайте, они живые, смотрите. Интересно, против кого они там дерутся? Ладно. Давайте, наверное, пойдем тоже посмотрим. Хотя бы с бачка, да? Как они там дерутся. Или как они там умирают. Не, смотрите, спасли этих гениев. Ладно, давайте тогда мешать не будем. Пусть сквады противников убьют этих гениев. Понимаете, да? Зашел в командные бои, чтобы смотреть, как моих гениев по команде убивают. И не помогаем. Ну, такова реальность. Им не нужны победы. Поэтому мы им и не помогаем. Наверное, мы сейчас... Ой, не успел забежать. Ну ладно, просто подлутаем тогда копье. Так, вот тут вот аптечку залутаем. Потому что противник может потом ее использовать. В своих корыстных целях, так скажем, да? А нам это не подходит. Поэтому, как говорится, ходим и делаем тактические мувы. Так, тут сложно маневрировать. Пока что просто подождем. Этот Никс, почему я его не собираюсь ему помогать? Потому что это животное спасало с другого Никса, который отжал легендарный дроп у меня. Поэтому я не собираюсь им помогать никаким образом. Ну, блин, они... он все равно сейчас выживет, да? Мне сейчас надо... Надо, короче, ходить вот здесь вот. Блин, понимаете, если я сейчас не убью их, то мне потом будет очень сложно. Очень сложно будет. Из-за этого у нас проблемы могут быть. Ну, у меня проблемы, и победки может быть не быть уже. Поэтому мне сейчас надо... Мне сейчас надо отойти, наверное. Блин, как мне убить их по одному, а? Все, бак, все, отлично. Сделал идеально. Ни один гений не победил. Ну а что я могу сделать, ребятки? Гениев надо учить. Они же не понимают, что со своими действиями они приносят поражение. Поэтому им нужно показывать, что вот к чему приводят их действия. Но они все равно этого не поймут, к сожалению. Поэтому я, по сути, просто взял и не дал им победку. Ну да, я такой. Издеваюсь над гениями бедными, да? Бедные гении грызубы. Как над ними можно не издеваться? Над ними все издеваются. Обузят, сливают рейтинг. Издеваются над ними повсюду, да? Бедные гении. Самые страдающие
личности в игре Зуба, к сожалению. Ну ладно, не будем о грустном, как говорится. Пару раз наказали гениев. Ну ладно, один раз наказали, первый раз не получилось. К сожалению, там гений почему-то на бобре так и не смог добить зебру. А зебра его с одной гранатой убил. Ну короче, при том, что бобра должно было быть фулл здоровье, потому что он с счет зубами вампира. Короче, ну скорее всего там гений с гением дрался, поэтому там получилась такая ситуация. Ну вот как-то так. Прекрасно сегодня Рави, ребятки. Могу сказать, что витамины дали хороший буст. Единственный минус это, конечно, то, что его показать реализацию не получилось, потому что, ну вы видели, какие гениальные были бои. Если бы бой был немножко интереснее, на стандартной карте еще получилось бы его сыграть, то, наверное, я смог бы вам показать бы реализацию. Плюс более меткий я, если бы был. Но это тоже нюансики. Там все-таки зависит от противников, от местности. Много от чего. Но по итогу Рави хорош. Мне нравится, в принципе. Но то, что его пофиксили втихую, ну, что поделать, такие разработчики. Деваться некуда. Все, не болейте, не скучайте, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока.